Переселенцам запретили голосовать на местных выборах. Такое решение принял Верховный суд. Регистрация места жительства переселенцев временная и не является основанием для участия в голосовании. Таким образом, избирателями на местных выборах могут быть исключительно граждане Украины, у которых есть регистрация постоянного места проживания на территории определенного населенного пункта. Оппозиционный блок обжалует любое решение, нарушающее права переселенцев. Об этом во время своей поездки в Луганскую область заявил лидер ОПА-блока Юрий Бойко. По его словам, вынужденные переселенцы не только потеряли свои дома, имущество, был разрушен их привычный уклад жизни, а государство дает этим людям минимальную материальную помощь, всего лишь 800 гривен, и теперь у них нет даже права голосовать. Это вообще жуткая вообще ситуация, потому что люди, во-первых, потеряли дома, вынуждены либо уехать, разрушился привычный уклад жизни. Вот они, как граждане Украины, лишены сегодня права голосовать. И наша фракция внесла закон 4471 еще 2 года назад о том, чтобы им просто вернули право голосовать, чтобы они чувствовали, что они не лишние в этой стране, могли избирать власть, участвовать в выборах. Блокируется правящей коалицией, не вносится даже на рассмотрение.